Всем дошло, что я буду А нам пора возвращаться в Харок, который по-своему готовился к расставанию и не верил, что оно случится. Ведь присутствие отряда здесь — это не только стабильность и защита, это и рабочие места, и искренняя человеческая дружба. Сегодня последний колонну провожали. Вчера последнее дежурство. Сегодня последняя колонна. Жалко расставаться. Эй, царанги да баш, да? Значит, судьба Бадахшана. Ладно, иди. Спасибо. Ну, мы надеемся на лучшего, может, скоро российские войска будут у нас в Бадахшане. Это какое-то чудо должно произойти. Да. Но параллели говорят, ну, он будет, опять будет российский. Опять Россия придет. Потому что самые близкие родственники памирцам эти русские параллели. Иса и Муса, они братья. Вот от них появились русские и памирцы. Да. Может быть, эта простая вера помогала и строителям, до последнего дня работавшим на восстановлении православного храма в Харокском отряде. Он был заложен еще в 1905 году, когда каждый кирпич, каждую деревянную балку приходилось везти за многие десятки километров. Первые деньги на его строительство, немалую по тем временам сумму 10 тысяч рублей, ассигновал полковник Елагин. А в декабре 1912 года, 25-летию российского стояния на Памирах, храм открыл свои двери для прихожан. С тех пор его судьба была самой разной. Когда издалека я смотрел, видел, там еще когда маленьким я был, там купол висел большой с крестиками, по бокам тоже крестики были. Потом, когда вот времена Союза все разрушали, там все побили и так далее, стало на этот, после церкви, как говорится, как проезжка для солдатов. Потом после еще подразделение другая была, потом его бросили, вообще ни потолок, ничего от него не было, все разломали его. Вот и настал день расставания. Сухим языком цифр. На Памирском участке передано почти 900 километров госграницы, 22 заставы, 3 пункта пропуска со всей инфраструктурой. Но есть и то, что вряд ли поддается учету. Здесь, за Бадахшанскими хребтами, остаются годы прожитых людских судеб. Разочарования и надежды, нешуточные страсти и рабочие будни. Все, что составляет жизнь человеческую. Что 15 лет в армии служу и 9 лет служила в Хароке. У меня никогда не было такого коллектива, как именно в Хароке. У меня не было таких друзей, как в Хароке. И вообще я привыкла к Таджикистану. Жалко, жалко уезжать. И неизвестность очень сильно страшит нас. Что будет дальше? Харок, наверное, никогда мы Харок не забудем. Это будет, наверное, может быть, для кого-то там Памир, Харок, что-то там горы, там тяжело, воздух, что-то, ну, может быть, с плохим с чем-то связано. Для нас будет, наверное, самое светлое, самое такое время, когда мы были все вместе. Нам было хорошо в Хароке. Совместная комиссия работы по приему передачи участка государственной границы, охраняемого российскими пограничными войсками, комитет по охране государственной границы, личный состав дивизии военно-воздушных сил
где живут, завершила. Начальник штаба полиции управления, генерал Рибунин. В российских воинских уставах можно, пожалуй, найти ответ на любой вопрос, связанный со службой. Там обозначено все. От размеров солдатского котелка до полномочий командующего армией в крупных военных действиях. Но там нет ответа на вопрос, как проводить церемонию снятия государственного флага, если сражение не проиграно. Да и не было никакого сражения, а уходить приходится. Или это очередная улыбка истории? Охране государственной границы Республики Таджикистан, как южный рубеж стран Содружества независимых государств, был требованием времени. Сегодня, когда обстановка в регионе изменилась к лучшему, настало время поручить дело по охране государственной границы пограничникам Таджикистана. Тем более, образованная в годы независимости таджикская пограничная служба прошла большую школу на зрелость. Спасибо, и в этом неоценимую все, помощь оказывали российские. Первый учитель был русский, первый инженер был на Памир русский. И все, что мы сегодня имеем, все это дела рук русского великого народа. Вы были великий народ и останетесь для нас великим народом. Вы наши старшие братья были и останетесь. Мы никогда вас не забудем. И скажем вам добрый путь, наши товарищи, наши братья. Вы уже передаем охрану границы в руки таджикских пограничников. Я надеюсь, что эти руки будут достаточно сильными, достаточно надежными, чтобы надежно охранять рубежи своей родины. Уважаемые ветераны, о том, что мы достойно будем нести дальше службу по охране государственной границы на этом важном государственном участке. Смирно! Государственный флаг Российской Федерации снять!